Всем привет, дорогие зрители! Я сейчас нахожусь в моем самом любимом, самом лучшем месте, Алании, районе Тосмур. Дорогие зрители, здесь продается 2 плюс 1 трехкомнатная квартира на высоком этаже с потрясающим видом на горы. Недалеко от моря. 470-500 метров. Там у нас речка Дим. Вот я сейчас покажу вам. Вот деревья. Увидели? Вот это деревья. Вот. Там речка Дим. Тут есть три направления. Отсюда туда, оттуда, вправо и влево. Выходите к тому голубому зданию. Там вся инфраструктура района Тосмур. Сеть магазинов Бим, Шелк. Фруктово-овощные магазины. Это квартира, дорогие зрители, с теплыми полами. Советую уже звонить, покупать, потому что планировка очень хорошая. Здесь интернациональный проект. В основном живут датчане, голландцы, норвежцы, немцы. Есть бассейн. Этаж как 12, так как она на высоте. Есть немножко подъем, там по 20% уклона. Ну, шаговая доступность близко к морю. Экран. Спальни большие. Это спальня 15 квадратных метров. О. Хороший матрас. Два балкончика, видите, теплые полы. Bosch стиральная машинка. Санузел. Кажется, он один. Я сейчас посмотрю, второй должен был быть. Большая гостиная. Отсюда вид на горы. Я не открыл. Кондиционер старенький. Тоже теплые полы в гостиной. Островочек из мрамора. Ножечка тоже мраморная. Столешница мрамор. Bosch у нас бытовая техника, только с возрастом. Проект был сдан в 2009 году. Второй огромный балкон. Как красиво, смотри. Смотрим, смотрим. Да. Смотри, как красиво. Какая природа, зелень, мелень. Все есть. Так. В этом части построят какой-то проект из 7 этажей. Здесь будет какой-то парк через 2 года. Я еще раз повторюсь. Инвестируйте в район Тосмур. Там старые здания, их в будущем хотят. Через 2 года государство разрушит и здесь построят вроде, как мне сказали, огромный парк с водопадами. Секреты уже выдаю все. Я сам живу в той части, около речки. Вид на море. Вид у вас не закроется. Выше этажей вот этих не построят. Если что-то здесь построят, у вас по-любому вид не закроется. Здесь будет парк. Вот бассейн. Ухоженная территория. Я еще вниз спущусь. Здание недавно покрасили. Айда 275 лир. Здесь большая прихожая. Вот такая прихожая. Квадратных метров чистых здесь 100-105 квадратных метров. Да, здесь один санузел. Вторая большая спальня. Также уходит на балкон. Можно застеклить балкон, будет вам третья комната большая. Ну, смотрите, какой здесь 25 квадратных метров. Во. Чистая погода, ветер, воздух оттуда дует свежий. Сторона здесь восточная, южная, юг, восток. Этот район Кестер. Дорогие зрители, цена 130 100 евро. Есть милюсенькая скидочка. Звоните, уйдет. Это пирожочек.
Я спускаюсь вниз. Два лифта. Итак, я вышел в коридор. Здесь окошко. Так, здесь раз, два, три, четыре квартиры на этаже. Есть два лифта. Один запасной, один работает. Не включает. Вот такой вместимость в лифт. 5-6 человек. Значит, интернет включен в стоимость iData 275 лир. Посмотрим здесь у нас что. Бассейн. Зонтики, шезлонги. Кто-то загорает. Там генератор у нас в той стороне. Фасад здания с большими балкончиками. И вот здесь дорога. Одна вниз. Одна идет в ту сторону. Это вот так. И в три части можно оттуда пойти в район УБА зайти. Дорогие зрители, звоните плюс 90 555 064 91 10. Жду вашего звонка. Всем пока-пока.